Дорогие подписчики, приветствую вас. Сегодня вы меня в камере не увидите, но зато увидите нашу хорошую Гаури. Гаури собралась сделать дранники, но необычные дранники. Дранники будут исполнены в вафельнице, и они будут с гороховой мукой. Гаури, давай, расскажи нам, что будет сегодня происходить. Сегодня будет происходить чистый эксперимент с драниками, которые мы никогда не делали. Будем жарить драники в вафельнице вместо сковородки. Ты уже трешь? Да. Я уже натерла. Что там будет? Будет картошка, соль, гороховая мука. Что там еще обычно бывает? Масло. Надо сделать таких, чтобы были зубастики. Надо какой-нибудь зелени туда насыпать. Да, можно насыпать петрушки. Что у нас еще есть? Укроп. Дадим любимый укроп. О, нет. Пожалуйста, мне без укропа. Отдельный дранник. Ну и какие-нибудь специи можно положить. Какие специи будут? Специи асафетиду. Так, ну что, шаг. Два. Мы потерли картоху. Теперь добавим соли на глаз. Пару чайных ложек. Теперь добавим чуть-чуть асафетиды. Совсем чуть-чуть. Так, еще мы добавим самбар масалу. Мы самостоятельно заместили самбар масалу из свежемолотых специй. Теперь добавим гороховой муки. Добавляем до такой сметанной консистенции. Ну, сухая картошка. Тут даже нет. Сока нет. А посолила, да, сейчас нет, сок, я да? Посолила, и надо бы еще масло добавить. Наверное, растительного все-таки, да? Давай. Душевно масло-то. Что, много? Нормально. Они же не будут на масле жариться, поэтому. Так, ну вот сейчас посочнее стало. Я пожмяк-ка его. Руками? Сейчас. У нас, кстати, нет этих латексных перчаток. Нет, надо нам приобрести. Густовато? Ну да. Ну просто обычно, я помню, когда я делала обычные драники с мукой. С пшеничной, то она была пожиже. Либо просто картошку с укроп. Только укроп. Может быть, все-таки петрушка? Петрушка, но за петрушкой надо идти наоборот, потому что у нас три листочка петрушки всего лишь. Спасибо. Так. Идем на огород. Ой, тут солнце, вообще ничего не вижу. В общем, это наш огород, и где-то здесь в зарослях растет петрушка. Ну, тут одни шафраны, где-то здесь, да. Что, есть все-таки, да? Да, петрушка есть. Еще где-то была кинза, но что-то я думаю, что мы не найдем. У меня мама была работник интеллектуального труда. И поэтому она ходила в огород, пыталась рвать морковку, а на самом деле рвала петрушку с корнем. И все соседи смеялись над ней. Деревня ей была чужда. Каждый ребенок, уважающий себя, должен тащить в рот все, что он находит. Не, я ела редиску с огорода, морковку. Что-то календула, я не догадалась. А вот наши розы растут. И пахнут тоже очень хорошо, между прочим. Петрушка, сельдерей там тоже есть. Сюда, да, идем. Надо готовить драники. Драники? Драники? Ну-ка, что Медев думает на тему драников? Драники – это хорошо. Делаем потолок, стенки,
чтобы было красиво, тепло и уютно. А ты что думаешь о драниках, Сумая? О, драники это будет очень вкусно. Драники с чем? С петрушкой? Ставьте нам, да. Опа, Ренат, вот так посмотри, сильная щель. Нет, я лучше салат поел. Ну все, это очень вредно, поэтому мы тебе не дадим драников. О, видишь, сок у тебя дал как раз. А почему сок? Постояли, да, немножко? Ну там соль, она постояла для этого сока. Теперь я боюсь, что слишком жидко. Вафельница все справится. Мудрость из реки. Мудрость. На тему еды. Ну как, еда приносит же какое-то психическое удовлетворение человеку, поэтому важно, чтобы она была вкусная. Если ты плохо поел, то а от твоей еды люди счастливы, нет? Говорят, что счастливы. Не знаю, верить или нет. Ну вот, все у нас готово. Теперь можно пробовать. Мы купили вот этот аппарат. Знаете где? На Авито. Авито. Аппарат должен прогреться на самом деле. Жидковатый или что-то. Или нормально. По-моему, отлично. О, какая горяченькая. Что, пробуем? А ты ее будешь смазывать маслом, нет? Ну, она смазанная, вон она вся. Ну, сейчас попробуем, если она пригорит. Ну, вот такая вот. Надо поменьше класть, наверное. О, неплохо. Интересненько. Надо нам лопаточку раздобыть металлическую. Как тебе в роли звезды Ютуба? Пока очень не уверена. Ну, вообще, что-то в этом есть, конечно. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. Что, все? Ну-ка, дай-ка я. Подожди. Mm-hmm. Так, вот она подрумянилась. Давай.